Куда сейчас зовут? Вот приехали в деревню Тылга. Сегодня бежим на гору Ицыл. Это Таганай. Это примерно 17 километров по тропе в одну сторону. Я на лыжах, ребята, бегом. Один лыжник, два бегуна, один лыжник. Такого мы еще. Жарко, да, стало? Ну, все. Ну, по дороге, но... Вон, метки есть. Так, смотрим карту, развилка, куда идти, непонятно. Сейчас все выясним. Так. Нифига не видно, короче. Что? Да что-то непонятно, куда ехать. Ну, вроде туда вон. С маленькой пройдем, посмотрим. Остался километр подниматься. На лыжах уже все тысячи взял. Подъем. Он кончается, дал чуть. Смотрю, да там еще 7 километров. Хороший подъем. Я планировал 2-3. Там табличка раньше была. Красная такая. Вершина Ицыл. Там вон Таганай парк. Круглица, отвлекной. Там внизу приют. Ах, холодно! Ах.
Вот много-много спуска. Пашу видел? А, он бежит. Паш, завтра приеду. Я не знаю, мы часы сели. А? Часы сели. На километров 12 еще. 12? Ну. Я там написал, я зашел за это. Я до вершины 1 километр, я чувствую, я все. Ну, там, может, километров не заткнул. Ну, я подумал, ну, ладно. Так, а мы с вами бежим. We'll be right back.